Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги Асасуна Атлетик. Встречаются 12-я и 13-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли, но обе забьют да нет и 6 раз на тотал меньше. Хозяева не побеждали в последних 4 очных матчах, последние 3 выиграли гости. Асасуна выиграла последний матч, но перед этим было 6 побед у Атлетика в премьере, если не брать во внимание товарищеские матчи. Асасуна в последних 5 домашних матчах неизменно забивала Бильбао. Как видим, соперники в очных матчах играют чуть чаще низовые матчи, при этом Атлетик очень хорошо играет в Памплоне. Статистика команд. Асасуна в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. Асасуна не проигрывает в последних 3 матчах и не пропустила в них ни одного гола. Атлетик в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. Атлетик пропускал в последних 7 выездах. Как видим, обе команды играют нейтрально в плане результативности, но чаще нулевые матчи. В предыдущем туре Асасуна раскатала нули с Эйбаром. Эйбар чуть больше владел мячом, но Асасуна была острее в атаках. Однако тех немногочисленных моментов, что были созданы, оказалось недостаточно, чтобы забить хотя бы один гол. Атлетик уверенно обыграл Леванте 2-0. Разозленный последними неудачами, Атлетик полностью переиграл гостей и создал штук 5 убойных моментов, но реализовал только 2. У гостей практически ничего не было в атаке. Асасуна является достаточно удобным соперником для Бильбао, который хорошо играет в Памплоне. Асасуна последние 2 матча откатала на 0-0 и не пропускала в последних 3 матчах. Это длинная серия для Памплоны, и есть все шансы, что в этом матче хозяева пропустят гол. Атлетик в последнее время либо не забивает вовсе, либо забивает 2 гола. Если выбирать из этих 2 вариантов, то, конечно же, второй гораздо вероятнее. В то же время Асасуна дома, как правило, забивает. Поэтому очень вероятно, что забивать будут обе. А вот выиграть ли Атлетик – вопрос. Ничья на такой матч вполне реальна, как и победа Асасуны, если ей чуть повезет. Последние 2 очные матча в Памплоне выиграл Атлетик со счетом 1-2. К этому матчу соперники подходят в таких кондициях, когда наиболее вероятными исходами можно назвать либо 1-1, либо 2-1 в пользу одной из команд. В очных матчах соперники редко играют между собой в ничью, но сейчас случай как нельзя подходящий. Из связки ставок тотал больше 1,5, обе забьют до x, самый высокий коэффициент стоит, конечно же, на ничью 3,08. На обе забьют до 2,26, на тотал больше 1,5, 1,61. Если выбирать одну ставку из предложенных 3, лучшим вариантом следует признать тотал больше 1,5 за 1,61. Во-первых, ставка очень реальная. Во-вторых, с очень неплохим коэффициентом, как для такого исхода. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!